Всем привет, дорогие друзья! Это я, Рязанов Матвей. Вы, наверное, когда взглянули на обложку этого видео, задались вопросом, что это такое? Какое еще золото? Но я вам отвечу. В этом видео будет просто море золота. Да, золото. И я его заберу к себе на аккаунт. Хоть у меня и так уже целых 15 тысяч слитков, я заберу еще много золота, около 200 слитков. Так что не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и включать колокольчики, чтобы не пропускать еще много новых и интересных видео. А я уже не буду тянуть и перехожу к сбору золота. Что это за золото? Вот вы думаете, что? Откуда бесплатное золото? Вот отсюда, из сезона. Я не забирал вообще ни одно золото из сезона, и еще у меня есть два сезонных хранилища. И это все я заберу прямо в этом видео. Это очень будет интересно. Вот, значит, 5 слитков на четвертом этапе. Отлично. Их забираем. У меня, если что, было 15203 слитка. Запоминаем это. Так, еще 5 слитков. Это очень интересно. Я весь сезон этого ждал. Не забирал слитки аж с начала августа. У меня была эта идея снять данное видео. И вот в конце, в последний день сезона я это снимаю. Ну, как видите, у меня тут еще есть VIP-статус, в принципе, я не забирал. И там будет в конце мега-усилитель на 30 минут. Думаю, что сегодня возьму или завтра с утра. Но, скорее всего, сегодня. О, уже десятками началось идти. Вау, вау. Так, что тут в сундуке? Вот, ребята, здесь 40 слитков. Вау, смотрите, опа. И еще тут ключей. Так. Тут у нас еще 10 слитков. Золотая лихорадка какая-то. Так, еще 10 слитков. Очень много, особенно там в конце. Опять 10 слитков. Да это просто обалдеть. Так, что тут у нас еще? Снова слитки, неудивительно. А уже там вон двадцаточками началось. О, 20. Еще там 10 и там 100. Отлично. Здесь десяточка. И вот самый главный момент. Еще целых 100 слитков на 40-м этапе. Забираем их. Просто еще 100 слитков начислилось. И теперь два сезонных хранилища. Вот они. Два крутых хранилища. Я думал, что в этом сезоне открою лишь одно, но вышло два. Еще 44 слитка. Ничего себе, очень много золота, ну просто, я столько еще ни на одном из своих видео не забирал. И у меня есть еще одно, второе хранилище, забираем его также. И в нем 40 слитков, но больше тут немножко клещей, метеоров. И у меня, короче, целых 15 часов VIP-статуса, 16. Вау, я просто забрал это все бесплатное золото. Ну как бесплатно, ну я его как бы выигрывал, но на данный момент оно бесплатно, но я его выиграл. Вот, как вы видите, у меня было 15203 слитка, а стало 15532 слитка. За это видео я заработал 330 слитков, ребята. Просто 330. Какая большая цифра. Вы просто себе не представляете. Если вам понравилось это видео, где я собирал аж 330 слитков, не забывайте про лайк и подписку на канал. Я надеюсь, вам понравилось это необычное и придуманное мной видео. Ну а с вами был Рязанов Матвей. До новых встреч и пока-пока.